1 января мавзолей Ленина будет закрыт. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. ТАСС сообщает, что 1 января 2020 года мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей. Отмечается, что эту информацию подтвердила Федеральная служба охраны. В обычное время мавзолей Ленина можно посетить со вторника по субботу с 10 до 13 часов. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!